Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Сьогодні говоримо про перспективи працевлаштування. І у нас в студії директор Центру кар'єри Мединвест Віталій Тишечко. Пане Віталію, вітаємо вас. Отже, перше питання. Що таке Центр кар'єри Мединвест для наших глядачів, хто, можливо, хтось не знає? Які основні завдання та чи вдається їх виконувати? Да, добрий вечір. Или день, как там, добрый вечер, да. Центр карьеры Мединвест – это прежде всего сервис. Вот, и наша задача – обслуживать предприятия холдинга Мединвест в вопросах подбора и найма персонала. Мы работаем с внешним бассейном кандидатов. То есть есть рынок труда, есть люди, которые ищут работу, есть люди, которые ищут возможность переобучиться, повысить квалификацию или изменить полностью профиль своей деятельности. И вот те, кто сейчас не работает или работают, но желают сменить место работы, это наши клиенты, скажем так, внешние. Внутренние клиенты – это предприятия нашего холдинга. Вот. И вторая косвенная функция Центра карьеры Мединвест – это продвижение бренда, это популяризация холдинга, наших ценностей, наших условий, потому что у нас есть чем конкурировать на рынке труда, у нас есть преимущества перед другими работодателями. Это и социальный пакет, и заработная плата, и карьерные маршруты, и много еще чего, что мы можем предложить кандидатам и тем, кто хочет у нас работать при трудоустройстве. Зрозуміло. А чим відрізняється робота ЦКМ у порівнянні з іншими кадровими агенціями? В чому особливості? Особенность в том, что у нас собраны все вакансии, которые есть в нашем холдинге. В центре карьеры Мединвест, в данном случае в Запорожье, это вакансии наших предприятий. Кстати, какие предприятия входят в холдинг, вы знаете? 4 предприятия, великих 4. 4 плюс 1, плюс еще Мединвест Промсервис. Вот, поэтому вот этим мы и отличаемся тем, что мы в совершенстве знаем рынок труда, потребность в вакансиях. У нас есть вакансии всех активов в Запорожье и запорожских активов. Кроме того, мы представлены в Мариуполе, Кривом Рогу. Сейчас у нас есть стратегия развития, мы будем заходить еще в другие города присутствия. И исходя из пула вакансий, мы можем кандидату предложить ту работу, которая максимально подходит уровню его квалификации, его ожиданиям по заработной плате, по условиям труда, по графику, по удаленности от места жительства. То есть все вопросы или весь спектр потребностей кандидата мы учитываем и предлагаем именно ту вакансию, которая максимально ему подходит для того, чтобы период адаптации был минимальный. И, кроме того, если у кандидата совершенно не тот профиль, сейчас часто бывает, потому что рынок труда немножко, в плане подготовки персонала, он перекошен в сферу обслуживания. Особенно это касается высшего образования. И сейчас очень много безработных и людей без работы, которые не имеют профильного образования, но и при этом имеют, точнее, профильное образование, которое не применимо, не востребовано на рынке труда. То таким кандидатам мы предлагаем трудоустройство, либо трудоустройство с обучением на рабочем месте, то есть ученик токаря, ученик огнеупорщика, например, ученик слесаря, и учим уже на рабочем месте, выплачивая заработную плату. Но понятно, что уровень спроса идет по прогрессивной шкале, что по мере освоения профессии идет повышение нормы выработки, и, соответственно, через 3-4 месяца человек выходит уже на режим третьего разряда и уже становится полноценным квалифицированным специалистом. Либо мы сейчас, последние наши проекты, это сотрудничество с центрами занятости. Мы сейчас запустили пилотный проект по обучению безработных на базе ЗМВПУ по профессии станочник широкого профиля. Мы сократили программу до минимума. Мы используем одну из прогрессивных систем обучения, это дуальная система, в которой включено 30% теории, 70% практики. И эту программу мы максимально наполнили теми дисциплинами и теми часами, которые позволят, по нашему мнению, в сжатый срок подготовить специалиста необходимой квалификации. Дуальна система – це дійсно дуже круто, тому що я згадую, коли навчався я, нас теорія, якщо було там 10% практики, то і добре, і то практика була така собі. Тому це дуже важливо. Так, ми заінтересовані, у нас є розпроизводство, у нас є літійно-механічний завод, у якого дуже амбіціозні плани по заказам, по обслуживанню підприємств холдинга, тому набор є, ми гарантуємо трудоустройство, ми гарантуємо, що ці курси закінчаться трудоустройством, официальным, будем выплачивать заработную плату, и на работников, естественно, распространится весь соцпакет, который действует на работника предприятия. А если людина, припустимо, там, из Львова, из Винницы, неважливо, из другого города, має бажання отримати цю роботу и має змогу, покинути своє місто, переїхати до Запоріжжя, є шанс? Конечно, есть шанс, есть общежитие.
есть возможность переехать, ну, если человек имеет квалификацию, то есть он, ну, скажем так, с момента трудоустройства будет получать достойную заработную плату, а общежитие, пожалуйста, все находится в доступности, ну, скажем так, от предприятия, пожалуйста, переезжайте, нам есть что предложить. А головне, щоб людина про це дізналася. І ось наступне питання: з ким співпрацює ЦКМ, аби про можливості працевлаштування дізналися якомога більше людей? Ну, смотрите, в нашому асортименті, в нашому інструменті, скажімо так, ми используємо, точніше, в нашому арсеналі, ми используємо практично всі інструменти комунікації з внешнім басейном. Тобто ми используємо соцсети, Facebook, Instagram. Наше, ну, предложення, воно звучить, ну, з екрана телеканала ТВ5. Мы активно сотрудничаем с центром занятости, который использует свои каналы коммуникации. Кроме того, мы используем внутренние каналы коммуникации и на собраниях с трудовыми коллективами, уже на самих предприятиях тоже работникам доносится информация о том, что есть курсы, есть потребность, есть вакансии, то есть для того, чтобы максимально, знаете, большее количество людей узнали о этом, ну, о нашей потребности. Кроме того, сейчас на ЗЛМЗ запущена с 16 сентября программа «Приведи друга» и по профессии станочник широкого профиля. Если работник предприятия там приведет своего друга, знакомого в отдел кадров или к нам и скажет, что вот хочет человек устроиться там по профессии станочник, то сам работник получит компенсацию, ну, получит денежное вознаграждение при трудоустройстве, а также через полгода после успешной работы этого друга. То есть для того, чтобы мотивировать сотрудников, знаете, как популяризировать эту профессию и привлекать еще дополнительно сотрудников к нам на предприятие. А чи є якісь вікові обмеження для тих, хто для охочих отримати роботу? Ну, в принципе, не, ну, как тут, как бы до 45 лет. Я бы не хотел акцентировать внимание, что прям до 45 лет, но, знаете, как есть у каждого человека, ну, как бы свой какой-то внутренний порог, когда... Ресурс. Ресурс, да, насколько он готов, в каком возрасте обучаться. Есть люди в 40 лет меняют полностью профессию, получают новую и становятся токарями там, или огнеупорщиками. А есть люди, которых в 25, ну, сложно научить. Поэтому тут главное желание кандидата обучаться, желание освоить профессию, потому что если мы говорим об обучении трехмесячных курсов, то времени очень мало, программа очень плотная. Там есть еще отдельный курс по охране труда, где мы очень серьезно доносим все требования, которые есть у нас на предприятии по охране труда. Поэтому человек... Помимо того, что он получает в аудитории или в мастерской, он должен еще, естественно, заниматься саморазвитием. То есть он должен уделить свое личное время для того, чтобы где-то полистать там какие-то книжечки, там, сортаменты, то есть, ну, немножко саморазвиться для того, чтобы, ну, максимально взять материал. То, что мы его даем в училище, это факт. Вопрос в том, сколько человек готов взять. Ну, тут... Зрозуміло. А, дивіться, зараз дуже багато людей, якщо раніше там було отримав роботу і добре, зараз особливо молодь, вона думає про те, про кар'єрні перспективи. Тож, які кар'єрні перспективи має студент, припустимо, який потім прийде на підприємство «Метинвест»? У нас есть корпоративный университет, и при трудоустройстве мы каждому кандидату проговариваем карьерный маршрут. Если, например, ну, человек устраивается по третьему разряду, допустим, токарем, понятно, что предел карьеры в данном случае это шестой разряд. Но это еще на самом деле не предел. Можно освоить смежную профессию, и можно применить многостаночное обслуживание, можно, уже работая в те же 8 часов на рабочем месте, можно как бы сделать горизонтальное развитие и получить больше денег, получить больше заработка. Так вот, для того, чтобы с третьего на четвертый разряд перейти, который влечет за собой и увеличение заработка в том числе, но и сложность работы, и это уровень профессионализма, ну, в целом повышается, то необходимо отработать там около года на... по третьему разряду на этой профессии, пройти обучение около 3 месяца без отрыва от работы, сдать экзамены, собственно говоря, подтвердить 4-й разряд и, пожалуйста, переводим на 4-й. Так за несколько лет можно, ну, стать специалистом 6-го разряда. Если есть амбиции руководителя, хочется стать начальником, там, мастером, там, технологом, то, пожалуйста, есть договора с университетами Запорожья, есть у нас Метинвест Политехника. Можно без отрыва от работы получить высшее образование по металлургическим специальностям и после обучения пройти, естественно, практику, сделать дипломный проект по реальному производству, то есть получить реальные знания и после получения диплома
претендовать на занятие ИТРФской должности. То есть попасть в кадровый резерв. Люди, когда приходят, они уже видят свои перспективы и возможности. Да, спектр возможностей для желающих развиваться и работать у нас есть. То есть это, я говорю, самый шикарный соцпакет в отрасли. Это 100-бальная система. Человек сам выбирает, на что потратить баллы. У нас безоплатная медицинская страховка. Человек из этих 100 баллов может выбрать то ли путевку, то ли скидку, то ли там курсы английского, то ли там еще тренинги личностного роста. То есть это, ну, широкие возможности в зависимости от потребности, ну, человека. Поэтому у нас есть, знаете, чем конкурировать перед другими работодателями на рынке труда Запорожья и Украины. Поэтому все, кто ищет работу, все, кто хотят стабильности, развития, карьерного роста, уверенности, знаете, в завтрашнем дне, все, кто хотят жить в этом городе, а не искать заработки где-то там, обращайтесь к нам, Центр карьеры Мединвест, проспект Металлургов 24, с 9 до 18. Звоните по телефону горячей линии 0800 606-300. Специалисты ответят на все ваши вопросы. Що ж, дякую вам. Тож, про перспективи працевлаштування говорили сьогодні з нашим експертом. Це був директор Центру кар'єри Мединвест Віталій Тишечко.